Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам, как сделать обсидиан в Майнкрафте Pocket Edition. Для этого нам понадобится ведро лавы и ведро воды, а точнее еще нам понадобится алмазная кирка. Для этого мы берем ведро лавы в руки и копаем, допустим, такую ямочку. Копать столько блоков, сколько у вас есть ведро лавы. Вот, надо сделать именно так, потом выливаете ведро воды, неважно где, у вас появляется обсидиан. После того, как мы вылили воду, мы можем закрыть этот ручей и сломать наш обсидиан. Ломаем именно алмазной киркой, так как железный или каменный или золотой вы обсидианы не сломаете. Вот, ну вот, как видите, вот я собрал наши обсидианы. Так, давайте я вам покажу то, что если вот будет лава течь вот так, то появится только один обсидиан. Сейчас вы сами все увидите. Вот, вы видите, то, что у нас появился всего лишь один обсидиан. Остальное все превратилось в камень. Давайте мы сломаем. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.